Иди сюда! Я тебя выпотрошу, как и всякого предателя! А, свалю гневную иси! Куда пош... Вашим соратникам нужно что-то есть. Ужасно. Пройдете еду. Это крысы. Почему? Лишь из алчности. У вас нет благодарности. Данную вам свободу. Бесконечно пополняя свои запасы. Куда ты? На фонаре висишь. Детей Франции в будущем. Всех вас ждет суд! Везде осуждены! Овца убогая! Иди, я тебя... Эй, человец! Я тебя достану! Не потеряйте его! Не угнаться? А ну покажись, сукин сын! Куда он смылся? Бьюсь об заклад. Куда пошел? Он же не растворился в воздухе. Вашим соратникам нужно что-то есть. Пройдете еду. Вот о крысы. Почему? Лишь из алчности. У вас нет благодарности за данную вам свободу. Бесконечно пополняя свои запасы, вы лишаете детей Франции будущего. Всех вас ждет суд! Везде осужденных! Надо быстрее. Thank you.
Найду тебя! За ним! Thank you.
Но за что? Мсье Латуш, ваш донос изобиловал ошибками. Мсье, я трижды проверил все цифры. Ошибки нет. Из казны Его Величества пропало 10 тысяч ливров. Мне жаль, Латуш. Удачи. Месье Латуш, вы занимаетесь налогами? Да, месье. Мне нужен такой человек. Паразитизм чистой воды. А это что? Это когда жадные подонки гребут все под себя. Знаю вы хоть часть того, что знает наш главный. Так-так, и кто же для тебя главный? Отлично. Да направит вас отец понимание. Да направит вас отец понимание. А какова ваша воля, магистр? Вы поступаете в распоряжение нашего агента в конвенте. Лепелетье? Нет, Лепелетье полезен, но он не единственный. Месье Латуш, знакомьтесь, Максимилиан де Робеспьер. Месье, я вижу, Версаль заполонили паразиты. Конфликт Арно и Жермена будет длиться несколько месяцев. Но мы не знаем, где и чем он закончился. Тебе предстоит это выяснить. Готово. Портал открыт. Если повезет, это твой последний переезд. А если нет, получишь гиппокампальный шок и будешь жить на внутривенном питании до конца своих дней. Давай думать о хорошем. Они снова за нас взялись. Черт, как не вовремя. Работаю над этим. Мы уже близко. Конфликт Арно и Жермена будет длиться несколько месяцев. Но мы не знаем, где и чем он закончился. Тебе предстоит это выяснить. Готово. Портал открыт. Если повезет, это твой последний переезд. А если нет, получишь гиппокампальный шок и будешь жить на внутривенном питании до конца своих дней. Давай думать о хорошем.
Это место может показаться тебе знакомым. Париж, конец 14 века. Ты находишься за городской стеной. Найди проход внутрь. Симуляция нестабильна. Скорее ищи выход. Уже почти. Уже почти.
голос. К выходу! Быстрей! Ладно, посвященный, почти все. Скоро будешь дома. Сейчас в Париже многое изменилось. Надо менять это обратно. И к Жермену мы не приблизились. У меня есть зацепка. Одно имя. Кто? Робеспьер. Thank you.
deux. Tu m'aimes parti.